Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас BMW X4. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон разобрали. Краткий обзор штатной шумоизоляции. Вот, задние арки, видите, по небольшому куску вибра. Это одни из самых шумных мест. Задние крылья голые. Ну, пол в багажнике, такой вот кусок вибры. Смотрим, что у нас в дверях. Задние двери. Такой квадрат вибру пласта. Есть передние двери. Здесь более-менее виброй обработано. На полу в салоне несколько полосок вибры. По мнению владельца, равно автомобиль очень шумный. Капот также был металл. Готовим поверхность и приступаем клеить первый слой. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле BMW X4. Проклеен у нас, видите, пол в багажнике. Проклеены задние арки, крылья. Все тщательно прокатали валиком. Двери мы будем клеить в данной программе в 4 слоя. Сейчас вам покажу первых 3. Видите, первый слой вибры. Толщина 3 мм. Второй слой мы проклеили шумопоглотитель, толщина 6 мм. По правую сторону мы проклеили третий слой вибропласта, толщина его 2 мм. Обработали пол в салоне. Капот проклеен у нас вибропластом. И на утеплитель капота проклеили мы шумопоглотитель. Смотрим дальше. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле BMW X4. Проклеено шумопоглотителем пол в багажнике, проклеены задние арки, крылья. Двери проклеили еще 2 слоями. Второй слой мы проклеили вибропласт, толщина 2 мм. По желанию автовладельца мы 4-й заключительный слой проклеили виженом, толщина его 6 мм. Вот так выглядит проклеен пол. С правой стороны мы 3-й слой проклеили. Второй также использовали Vision 6 мм. Сейчас доклеим 3-й слой на полу и приступаем собирать салон. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля BMW X4. Видите, весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений после разборки салона мы не оставляем. Все стоит по заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!